момент у сербов. Марио Маслач. Так, это очень грустно. Мне кажется, что Марио на матч с Черногорией, который состоится в 22 часа по времени Астаны 1 сентября на Астана-арене, но и 8 августа побывать в Македонии и увидеть воочию мадридский Реал. И Буаки будет пробивать нападающих сербов. Разбег, удар по воротам! Очень жаль, дорогие друзья, но счет становится 1-0 в пользу гостей. Зато есть время у павлодарцев, чтобы сравнять счет, но и выйти вперед. Не нужно, самое главное, расстраиваться. Хотя, конечно, Манчестер Юнайтед в рамках матча за суперкубок УЕФА. Купив билеты на матч отборочного цикла Казахстан-Черногория, вы автоматически становитесь участником розыгрыша. Таким образом, тот пытался выиграть воздушный дуэль, подбежал и Родриго. Самое главное, что сегодня хоть какие-то очки заработал Иртыш в копилку Казахстана в таблице коэффициентов УЕФА. Вот здесь, конечно, смотрим, как Мануилович ошибся. И рукой, конечно, подыграл. И ждем ударом. Живкович 1-1. В девятку пробил. Не угадал направление удара. Мануилович таким образом. Дополнительное время. Счет Иртыш сравнивает. Дорогие друзья, поздравляю вас с этим событием. Есть еще время для того, чтобы павлодарцы вот нам показывают момент с участием Живковича. В девятку пробил. Здорово. Просто здорово. Конечно, хотелось бы одержать победу в этом матче. Но ничья, как я уже говорил ранее, тоже неплохой результат.